Слышит, приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Надеюсь, все живы-здоровы? Если кого помяло, подходите на Янов. Залатаем.
Хаюшки! Бывай! Блин, да нельзя же все время идти на поводу. Ну, привет! Им сколько ни дай, все мало. Подходи! Покедова! Здравствуй, сталкер. Слушаю тебя. Ты думаешь, они его не пристрелят? Сразу, как только артефакт возьму. Надеюсь, это крутая пушка. Yeah.
понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Слышишь, ты ныкай волыну, сталкер, а то ща прищучу. Иди бугру по ушам катайся, а мои не казенные. Ша! Ты без пошел! Где крутое оружие, значит. Тут салабоны они. Лопни мои глазоньки, и кто это к нам пожаловал? Ну, типа, я слушаю. Слушаю тебя. Вот ведь как грустно все выходит. Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды.
Если так и дальше пойдет, в гробу я видал ваш хваленый... Ну рассказывай, я весь внимание. Что скажешь, ну, привет. Брат? Слушаю тебя. Блин, да нельзя же все время идти на поводу. Им сколько ни дай, все мало. Так, спокойно, на поводу никто не идет. Просто сейчас единственный реальный вариант – это выполнить а вот их условия. Вам как? Порадовал. Ёлы-палы. Ну надо же. Вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. Однако дерьмово все туевина складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Вот такое знает кто? Один сталкер у другого спрашивает. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Запорожец. Почему? Да все просто. Надежная, как танк, и багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Да. Настроение хуже не бывает. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Ну, привет!
ты что здесь делаешь? Отваливай быстрее, пока ноги целые. Вот это спасибо! Вытащил меня! Земля, сказали прыгать, ты делай! Мурачи еще на кармане завалялось. Встретимся возле вокзала. Слушаю тебя! А такое, слышали? Сидят, значит, там взгорке два свободовца. Укуренные, ясное дело, до зеленых веников. Тут раз, кровосос на них из кустов. Первый свободовец услышал шум, понял голову и обомлел. Ёпта! Кровосос! Второй тоже так голову поднимает и говорит задумчиво. О, блин, такая же херня. Да класс! Ох, неохота мне за Хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома лежать, в гамачке, да с книжкой толковой. Внимание, анекдот. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я тебе куртку черную достал, а теперь бандиты меня засыпают. Здорово. Метров
Ну рассказывай, я весь не... Тихое местечко, если к местному населению с расспросами не лезть. Ну и зачем это было делать? Он тебя тронул. Тихое местечко, если к местному населению с расспросами не лезть. Спокойно тут, как на курорте. Почти пришли. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Еще немного и домой. Вот только... Ты смотри, вот это атаки! А ну выноси, сволочи! Так-то. Ну что, вижу, у тебя от вопросов язык чешется. Оно и понятно, чё б не поговорить. Ой, а чё ты такой воинственный? Ствол спрячь, ага.
Вот послушай. Слушаю тебя. А, Всем, кто меня слышит, приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Привет, брат! Внимание, анекдот! Лоха! Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. Хорошо, хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошо-то, спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Ты заглядывай, тут весело бывает. Всем, кто меня слышит, выброс вот-вот начнется. Срочно ищите надежное убежище. Ну типа привет. Надеюсь, все живы-здоровы? Если кого помяло, подходите на Янов. Залатаем. Так, балабонь быстрее, чё надо? Эх, пивасик вы что ли? Да самый тон.